В общем, Эдисон, смотри. Есть два стула. На одном пике точенные, а на другом пиписьки дрюканные. На какой сам сядешь, а на какой мать посадишь? Выбирай. Ты чё мою мать трогаешь? Смотри, какой он дебил, а он мою маму трогает. Джек, иди ты в задницу. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать этот троллинг. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить, как обычно, в принципе. Да? А, да, Эдисон, я пошел показывать, что я построил, я такое прикольненькое построил, да все, давай иди. Ну, мне интересно, ладно, сейчас увижу. Ну что, ребята, в общем, вот мой троллинг. В чем будет заключаться сюжет сегодняшней серии? А, кто не знает, мы, в принципе, с Жекой уже давно об этом говорили, много раз говорили, то, что Жека очень поздно в себя записывает видосы, потому что у нас очень большая разница во времени, когда у меня день, у Жеки уже ночь. Поэтому я в данной серии его буду троллить по этому поводу, то, что Жека каждый день хочет просто капут как спать. Даже вот сейчас, когда мы записываем этот видос, Жека уже ныл раза три, то что, да, давай побыстрее, я уже засыпаю. Поэтому в этой серии я ему скажу: Жека, ладно, так уж и быть, иди спи. Все, что тебе нужно, это дойти от своей комнаты, где ты записываешь видосики, дойти до спальни своей. Жека будет искать выходы, будет искать, как же пройти, что тут света нет. Жека будет искать, как же пройти, как же выйти, будет искать дверь. Я скажу: Жека, у тебя галюны, хватит столько за копом сидеть. Вот тут у него кровать вот это. Вот тут будет выход. В принципе, ребята, тут очень много ловушек. Я, как обычно, не буду вам говорить, что тут и как, потому что я понял, в первую очередь, вы этого не любите, когда я разъясняю многое про то, что как я построил, что я построил. В жопу! Будет интрига, вы посмотрите, как Жека затроллится раз 10 в этой серии. В конце я ему спою колыбельную. И посмотрим, как Жека на это и отреагирует. Поэтому, ребята, идем топаем на Жекин троллинг. И потом вернемся сюда. Жека уже написал все, поэтому погнали. Ну что, Эдисон, готов? Готов? Что тебе так смешно, Жека? Что тебе так смешно, мне интересно? Знаешь, Эдисон, подожди, перед тем, как ты зайдешь, я тебя хочу кое-что попросить. Ты должен меня слушаться беспрекословно, понимаешь, Эдисон? Хорошо. Так точно. Ты обещаешь? Ты обещаешь? Обещаю. Да, обещаю. Все, ты меня будешь слушаться. Эдисон, знаешь что? Я уже много таких троллингов делал, но сегодня я решил... Помнишь, я в предыдущей серии делал такой вот немножко тест на гея? Маленький-маленький тест на гея. Допустим. Мне очень понравилось. Я уже боюсь. Мне понравилось, да. Мне понравилась эта идея, я решил повторить это и сделать весь троллинг с тестом на гея. Проверим, Эдисон, гей ли ты в этой серии. Покраще заходи. Джека, я сразу отвечу на твой вопрос. Нет, пошли на мой троллинг, Джека. В этой серии мы будем... Да не гей я, Джека! Эдисон, у меня есть аргументы! У тебя до сих пор нету девушки, поэтому кто знает, так что проходи. Джека, я... Что ж, у меня нет девочки... Девочки? Девушки, это ничего не означает, просто одинокий волк, понимаешь? Одинокий волк, мне не нужна девушка. Все, пока. Не хочу я идти. Да, вот если бы она ему не нужна, все понятно. В общем, ладно, Эдисон, заходи. И да, а стоп, Гимо 2, стой, Гимо 2 включи, Гимо 2. Все, у меня Гимо 2, пошли. Да, ты, у тебя не Гимо 2. Да ты заколебал меня, а? Все, Гимо 2. Эдисон, прочитай. Тот, кто стоит на голубом блоке, тот гей. Жека сам стоял на голубом блоке, сам прочитал, я стоял на красный, поэтому Жека гей. Как бы, я летал. Ладно, проходи дальше. Куда дальше? Ага, тут значит. Так, ладно. Да, Эдисон, проходи. Ой, не стесняйся. Я случайно. У тебя что, не гимон? У меня гимон. Давай, проходи. Проходи. У, Эдисон, откуда ты только что вышел? Ты обернись. Откуда ты только что вышел? Я даже не хочу знать, что это такое. Эдисон у нас любитель писюнов, оказывается. Подожди, а кто его построил? А кто его построил, этот писюн? Для тебя построил. Ты построил, значит, ты любитель. Так. Я же знаю, что ты люби. В общем, Эдисон, смотри. Есть два стула.
На одном пике точенные, а на другом пиписьки дрюканные. На какой сам сядешь, а на какой мать посадишь? Выбирай. Ты чё мою мать трогаешь? Смотри, какой он дебил, а он мою маму трогает. Жека, иди ты в задницу. Смотрите, мама, у меня есть крылышки. А чё ты её такое страшное сделала, а? У меня мама красивее будет, чем вот это. Ну ладно, сейчас подожди, сейчас. Смотришь, чекаешь, сейчас поменяю. Ну, чекаю. Сейчас, всё. О, вот так нормально, да. Только она не блондинка, ну ладно. Так. Ну ладно, не важно. Жека, я ничего не выбираю, я просто маму вытащу оттуда, и никуда не буду никого садить, а? Нет, Эдисон, у тебя как бы два выбора, куда, ну ладно, маму как бы разберу, я кого-нибудь сам посажу. Шучу. Так, в общем, это, Эдисон, выбирай, куда ты сядешь, на пики точёные или на пиписьки дрюканные? Никуда не буду садиться, ты моя мама, ты с ума сошёл, Жека, а? Так, ладно, забыли про маму. Мамы тут нет, а куда ты сам сядешь? На пики точёные или на пики? Давайте, выбирай. А я могу, смотри, я могу... О, ты что закрыл? О, Эдисон, ты сел на пипишки! Вы смотрите, чуть-чуть! О, господи, Эдисон, что ты делаешь, Эдисон? Эдисон! Эдисон, ты с сыном это делаешь? Ах ты, Эдисон! Все понятно! Ладно, не буду тебя на тобой сильно издеваться, не буду так уж и быть. Ладно, Эдисон, выходи отсюда, не буду на тобой сильно издеваться. А, в общем, Эдисон, тут такое дело... Ты слышишь меня? Я просто... У меня слов нет уже, как я сижу и не знаю, что сказать. Ты дурак, а? В общем, Эдисон, это твой сын Митрофан. Это не мой сын, а что у него такой пылесос между ногами? Это твой сынишка, Эдисон. Это не ты мой сын. Ты что, назовёшь своего сына? Я не буду на нём кататься. Я не буду на нём кататься. Нет. Эдисон. Нет, не буду. Нет. Эдисон. Нет. Эдисон, держи. Не буду. Тебе это пригодится, Эдисон. Тебе это точно пригодится. Бери. Жека. Ещё вот это бери. Мне одному за Жеку стыдно почему-то в этой серии. Я не знаю, а? Жек, почему мне за тебя стыдно? Так, в смысле за меня? Мне за тебя стыдно, что ты со своим сыном да, такие вещи вытворяешь. Да, да, отмазывайся, Садись на сына. Эдисон, садись на сына. В общем, Эдисон, тут такое дело, тебе нужно... Все, как бы турнир закончился, тебе просто нужно на своем сынишке доехать кое до какого места, вот. Ну. Ты не должен с него слазить, ты не имеешь права с него слазить, только когда доедешь, когда я тебе скажу. Хорошо. Понял, да? Да. Вот, Эдисон. Начинай свое путешествие. Ой, на тебя нападают бабы! Убей всех баб! Почему я должен баб убивать? Почему я должен баб убивать? Жека, я в блоках застрею, алло! Эдисон убил! Ой, господи, я забыл ему брать респава! Ладно. Допустим, я этого не забыл. Дебил! Эдисон, проезжай, Эдисон! Ой, Эдисон, быстрее, пробегай, проезжай! Я проезжаю, Жека, все в порядке! А! Ты... Заруливай! Где я? Алло, где я? Алло! Эдисон! Веди огонь, стреляй! Эдисон, все, можешь Жека, слазить! Жека, убил! Проходи сюда, в дверь, быстро, в дверь! Эдисон, Фух, кажется, ты успел. Слушай, Митрофан тут с тобой. Эдисон, вот видишь, как бы, во-первых, прочитай, что тебе бабы написали. Я уже прочитал, ну. Вот, в общем, Эдисон, как ты видишь, бабы тебя не любят. Ну, знаешь, кто тебя любит? Тебя любит только единственный человек, ну ладно, два человека тебя на этом свете любят. Ну, как бы, я тебя люблю по-дружески, да? У тебя... У тебя еще любит один человек. Нет! Жека, отстань от меня, пожалуйста. В общем, Эдисон, тест на гея ты не прошёл. Ребят, меня слов нету. Меня просто слова нету. Жека, ты дурак, ты знаешь, ты дурак. Смотрите, он тут писюлей настроил. Ладно, я хотя бы дурак, а ты гей. Ну, не, это не точно. Неправда, точнее. Это не точно. Ладно, Жека, ладно, пошли на мой троллинг, пошли. Готов? Поперли. Да, я уже готов, мистер... Да не заходи. Эдисон Дудет.
Эдисон Дудец. Айди, уйди отсюда, не порви настроение. Короче, Жека, как ты знаешь, мы очень часто записываем видосы очень поздно ночью, да? Ты всегда там ноешь, что ж, Эдисон, давай быстрее, я уже спать хочу, Каждый раз, да, Жека? Да, сейчас 12 ночи хочу отметить вместе. Опять ноет. Сколько можно ныть, Джек? Будь мужиком, а? У тебя-то не 12 ночи, говнюк. Ну давай. Поэтому я не ною, а ты ноешь. Поэтому, Жека, единственный раз, когда я дам тебе выспаться, это прямо сейчас. Все, что тебе нужно, это просто дойти до своей спальни. Ну давай, проходи, Жека. Проходи. Все, что мне нужно, это записать это видео и пойти спать. Ну да ладно, окей. Ага. Ну иди в... Да, давай. А как я прошел? Ничего ты не понял. Я не знаю, Жека, иди в свою комнату, там, где ты видосы записываешь. Хорошо, иду. А ты знаешь, как выглядит твоя комната? Да, вот она, давай, заходи. Все такое розовенькое у тебя, ну, в общем, у тебя тут срач, нет, да, как всегда? У меня не так выглядит. В смысле? Срач есть за столом? Есть, смотрю, тут всякие сосисоны висят, всякое такое. Это, ну, не, в этой кроватке такого ты... Такого мне нету. Ну смотри, Жека, тут ты спать сейчас не будешь, ты уже вырос с этой кроваткой где-то неделю назад, поэтому нормальная кроватка тебе нужна, да? Вот фортепиано у тебя есть, хорошо. Да? Да, фортепиано, труселя везде, носки. Это, правда, рояль, но ладно. Смотри, труселя, носки везде раскиданы, вот ты тут их гладишь. Поэтому, Жека, уже поздно, нужно идти спать. У тебя уже галюны, ты уже... Ты уже... Это вот тут спать, да? Жека, тебе нужно идти спать, поэтому тебе нужно найти выход с этой комнаты, потому что у тебя уже галюны, понимаешь? Можно мне, пожалуйста, выпустить меня, пожалуйста? Нет, в смысле, откуда выпустить, Жека? А что, ты где вообще? Алло! Отсюда! Откуда? Жека! Эдисон, хватит отрывать! Алло, Жека! Этот странный рычаг ничего не делает! Жека, у тебя галюны! Какой рычаг? Ничего тут нету, никакого рычага нету! Алло, Жека, мне кажется, единственный вариант это убить себя. Я просто не знаю, где ты. Жека! Алло! Ладно, хорошо. Так, у Жеки галюны, он не видит дверь, не видит выхода с этой комнаты. Сколько за компом можно сидеть, Жека? Алло! Подожди, я сейчас справлюсь. Так, с PowerPoint поставлю, пожалуйста. Хорошо. Давай, ищи выход, ищи так выход. Так, я понял, туда мне не надо. Так, тихо, ты за мной такой не дверь не закрывал. Бляха-муха! Я посрался! Ну перепрыгни! Смотрю на тебя, смотрю уже в лаве. Перепрыгни эту лаву. А, да. Там ничего нету, ага. Да, перепрыгни эту лаву. В геймоде 2, в геймоде 2, не в геймоде 0, Джека. Давай. А, извини. Да. Жека. Да нет, там нельзя перепрыгнуть. Да дверь вот тут, у тебя просто галюны, ты ничего не видишь. Ищи дверь, ищи ошибки, Жека. Где дверь? Ты сейчас... Блин, убери этот сраный компьютер, я тебя просто прошу. Пожалуйста, вот, честно, ты мой друг, убери его нахрен. Жека, это твой компьютер. Я на него случайно тыкну, и у меня вылетит Майнкрафт, пожалуйста. Ладно, убрал. Спасибо. Жека, ищи выход. Ты был близко, ну ладно, не нашел. Ищи выход. Вот выход что? Перед тобой, где? Вот дверь, ты просто ее не видишь. Ты слепошар, у тебя галюны уже, Жека. Вот дверь. Вот перед тобой, вот, да, вот тут, да. Да, где-то вот там рядом. Ой, это что такое? Ты мне... Жека, это за тебя... это за тобой скорая помощь. Ты уже вообще с ума сошел. Ну, Эдисон! Я не понимаю, тут ничего нет. Ну тут, вот смотри, Жека, вот где-то вот тут дверь есть. Да. Да какого нахрен черта, мать твою? Ладно, Жека, давай. Там невозможно перепрыгнуть, Эдисон. Да может там все перепрыгнуть. Давай, просто старайся, Жека. Ну просто прыгни и все. Давай, Жека. Ты сможешь. Я понимаю, что ты уставший после записи видосов. Ну давай. Да можно тут перепрыгнуть. Ну, попробуй еще раз. Эдисон, хватит троллить, нет. Нельзя перепрыгнуть. Да. Вот! Ну, Жек, стой тут, никуда не бежи. Жека, никуда не иди. В принципе, это коридор, да? У тебя уже галюны, ты уже ничего не шаришь, да? Ты должен от меня отпрашивать. Должен допрашиваться. Эдисон, ну, опять тошнит, опять, да, что-то еще такое, понимаешь? Поэтому, Жека, коридор галюнов. Тебе нужно просто пробежать. И все будет что нормально. Жека, беги. Что это за пиписки тут расставляешь? Да, вот я знаю, что ты любишь пиписки. Ну беги в свою комнату, беги в спальню. Ой, нужно на рычаг нажать, наверное.
Вот, побежал. Опять на рычаг нужно нажать, Жека, я чуть не понимаю. Да беги, беги, успей! Ай, да твою мать. Что же такой тонуп, Жека? Ты просто не оправдываешься, знаешь? Ах, ты ж говнюк! Свои там сеты прописывай, рычаг! Рычаг вообще ни при чем. Нет, подожди, каждый раз, когда ты идешь спать, да, Эдисон пошел спать. Такой, нет, Жека, еще 5 минут, ну давай еще немного, ну давай еще в Харстон поиграем, ну давай еще вот одно, другое, 35-е. Поэтому, ну, беги, Жека, беги. Ну, эти сады тут невозможно пройти. Ну, отпрашивайся от меня, как ты обычно это делаешь. Эти сады, пожалуйста, хочу спать. Ты ко мне подойди и в лицо мне говори, то я там не слышу, ты слишком далеко от меня. Эдди Сад, я спать хочу. Жек, ну давай еще 5 минут, ну давай еще 10 минут посидим, и ты пойдешь спать. Ну пожалуйста, я спать хочу. Ну ладно, ладно, беги давай. Спать он идет. О, не прокатило, Жека, еще давай. Ну Эдди Сад, ну пожалуйста, пожалуйста. На колени, Жека, на колени. Я не могу на колени встать, ну как бы так только могу. Пожалуйста, помогите. Ну ладно, ладно, хорошо. Сейчас опять. Да, да. Так, я тебе не верю, ты не хочешь спать, ты еще бодрячком. Ой, я не могу, я хочу спать. Эдис, Эдис, пожалуйста, пропусти. Не надо, я сейчас заплачу, так, Эдис. Ладно, побежали, ладно. Пожалуйста, да, ура, я прошел. О, точно, я же тут, да? Да, давай, да, давай, давай, беги, 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 да, да, да. Да, ты камалахаллах еще рамах, махаллах еще рамах. Да твою мать, да Эдисон, ты заколебал со своим потолком, убери этот сраный потолок. Да в смысле, как тут перепрыгнуть вообще? Мистер Потолок. Да в ну ты же как-то там перекрыл. Я тебе такой легкий троллинг построил. Какой нахрен легкий троллинг, я не могу... Блок. Ну давай, давай, Жека. Пытайся, пытайся. Пожалуйста, убери ты потолок, это невозможно. О. В смысле, пробежал? Жека, так, не выходи туда, не входи. Жека, последний шаг. Последний шаг, видишь, твоя спальня, видишь? Под твоя спальня. Почему она такая за решёткой? Ну, просто, чтобы ты её увидел, что не так просто туда пробраться. Жека, твое последнее испытание. Что ты делаешь каждый раз, когда мы сидим в скайпе перед сном? Я играю в Hearthstone. Нет, иди, садись на туалет и давай начинай битбоксить, как обычно это бывает. Вместе с... Хорошо. Давай. Ща. Не-не. Да блин, тут... Ртом... Ну ладно, ладно, пропущу тебя, так уже и быть. Ладно, проходи, Жека, проходи. Ты меня бьешь да еще. Да проходи ты. Я спать хочу, он меня бьет. Жека, в общем, да? В общем, ложись, ложись. Ложись, Жека, спать, ложись. Я выключаю свет. Ложись спать. Ну просто сядь и вот, да, и ложись, ложись, да. Да. В общем, Жека, да? Ну, да, ты молодец, все молодец, добрался, типа. Умничка. Ага, да, сейчас у меня, сейчас он сет 0 пропишет, да. Не-не-не, да. Умничка, все, молодец. Но мне кажется, Жека, ты так просто не уснешь, да? Нужно в колыбельную тебе зачитать, да? Давай, давай. Давай, Жека. Ты закрывай глазки, закрывай, успокойся. Сейчас все будет. Я закрыл глаза, да. Давай, давай, давай. Давай, Жека, ты там настраивайся. Давай. Давай, Жека. Спят, усталые игрушки. Письки спят, письки спят. И приснится Женечке. Трах-бабах, трах-бабах. Он возьмет свой кулачок, свой свисток, и начнется трах-бобох, трах-бобох. Трах-бобох начнется.
Что это плохая колыбельная? Я не уснул, Эдисон. Ну, это уже бессонница. Это уже, Жека, бессонница-то. Я уже тут ничего не сделаю. Тебя уже ничего не спасет. А, да, вот. Тебе понравилась моя колыбельная моя? Понравилась, Жека? Да, твоя колыбельная. Трамбомбом, трамбомбам. Мне понравилось, давай. Как ты понял, Жека? Я тут реально спать захотел. Слушай, колыбельная заработает, твоя работает. О, ну я тогда про письки буду тебе читать каждую ночь, да? Ладно, пока Жека не уснул, ребят, мы, наверное, это уже будем заканчивать. Ставьте огромный пальцы вверх прямо сейчас, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайк наберем, тем больше серий будет выходить. Ой, да, ребята, спокойной ночи. Да, ребят, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.